В нашем округе близится к завершению программа по ремонту дорог во дворах. По плану укладка нового асфальтированного покрытия внутриквартальных проездов и парковочного пространства и замена бордюров. На этой неделе завершился ремонт дороги в микрорайоне Лопатинский по адресу улица Маркина, 1719. Выполнение ремонтных работ контролирует заместитель главы администрации округа Александр Савкин. У нас осталось из 15 дворов под асфальт еще 6. То есть эта программа по ремонту внутриквартальных проездов парковок уже близится к завершению. Напоминаю, что в этом году мы комплексно благоустраиваем 15 дворов. Также у нас еще в работе 15 оснований по детской площадке. Планируем мы это все дело сдать к 15 сентября. В округе ведется ремонт и на автомобильных участках дорог. Здесь также укладывают новое асфальтированное покрытие, меняют бордюры и наносят разметку. Если мы вернемся в 2020 год, то ремонт дорог у нас проходил, так скажем, не совсем по графику, мягко говоря. Если мы возьмем этот год, то, во-первых, у нас увеличилось финансирование в 2,5 раза. То есть, если в прошлом году на ремонт из дорожного фонда было выделено 80 миллионов рублей, то в этом году это 220 миллионов рублей. У нас уже выполнено 38 дорог из 47, которые в плане. Также 9 дорог у нас находятся в работе. 13 дорог уже получено положительное заключение экспертизы. Жителям остается совсем немного потерпеть, и уже скоро во многих местах округа появятся новые качественные дороги с бордюрами и разметкой. Карина Леднева, Дмитрий Волнов, новости Искровект.